Hey, you look excited. Where are we? Мы приехали на Хонда. Сегодня мы наконец-то попали в нарисованное кафе, куда я очень хотела попасть все это время, но не удавалось. И сегодня мы здесь. Чтобы найти кафе, нужно потрудиться, потому что его название — это его адрес, и это очень усложняет поиск места на карте, особенно если вы приходите по геолокации из Инстаграма. Само кафе по площади очень маленькое, но владельцы, которые придумали открыть его, мне кажется, просто гении маркетинга, потому что по функционалу оно больше напоминает фотостудию, чем кафе, куда бы вы, например, захотели прийти с друзьями. Очередь выстроилась, пока вы были внутри, чтобы пофоткаться. Сюда просто люди приходят фотографироваться и больше ничего не делают здесь. Тут даже освещение не самое уютное, потому что предназначено тоже скорее для фотографий, чем для создания атмосферы. Меню с напитками не отличается вообще ассортиментом от любой сетевой кофейни в Сеуле. Такие же цены. За два напитка, например, за американо и матча-латте, я дала $9. Кстати, я исключила молоко из своего рациона, и в каждую кофейню в Сеуле заранее я приношу упаковку соевого или миндального молока для латте. И, кстати, даже чашки, которые на фотографиях выглядят покрытыми шоколадной глазурью, все такие вкусные. На самом деле тоже всего лишь фейк и разочарование, потому что это всего лишь пластиковая крышка. Фотографировать и снимать внутри и снаружи кафе можно только, когда вы оплатите напиток. В корейских кафе вот совсем недавно изменилась подача напитков из-за системы переработки и сортировки пластика. Поэтому, как и везде, внутри заведения вам подадут стеклянную или бумажную чашку, а потом вас вежливо попросят уступить место следующим, кто пришел фотографироваться, и перельют ваш напиток в пластиковый стаканчик из кружки. Но несмотря на то, что большинство ожиданий, которые возлагались на нарисованное кафе, все-таки не оправдались, хочу отметить, что интерьер, он действительно смотрится очень необычно, я еще нигде таких не встречала, и я вам советую его для лайков, восхищенных комментариев в Инстаграме. Ну, а за вкусным кофе мы с вами пойдем в следующих видео. Мы закончили с нарисованным кафе. Я надеюсь, что я вам информативно показала все, как это происходит в реальной жизни. Знаете, Инстаграм и реальность. Я с вами прощаюсь, опаздываю, бегу на встречу. Увидимся с вами в следующих видео. Пока!